Лазерное око с точностью до микрона измеряет плотность, толщину, длину монеты и даже микроцарапины на ее поверхности. Более 5000 измерений в секунду. И это не предел. На научном языке называется лазерный триангуляционный ортогональный 3D-датчик. Другими словами, это устройство для реверсивного лазерного 3D-сканирования металлорежущего инструмента, аналогов которому в мире нет. Разработка целиком принадлежит рязанским ученым из компании «Квантрон». А это уже практическое применение разработок «Квантрона». Семитонный фрезерный станок, родом из Германии, но вся суть его в уникальном российском программном обеспечении. На выходе получается монолитный инструмент, по качеству в разы превосходящий даже признанные мировые бренды. Хотя бизнес и требует дополнительных вложений, команда ученых готова идти дальше. Мечта вывести собственное производство на всероссийский и даже международный уровень.